Ну ты на меня смотри, тебе за цветами не видно совсем.
Идите строго за своим учителем. Надпись появилась в райкарте, да. И побежали эти самые треугольчики. А еще раз нажми. Не ходи, когда Эльвира Анатольевна, теперь родители пятиклассников, все вопросы только к ней. Прием она ведет по четвергам с 15 до 19 часов, 4 этаж основного здания. Вот это. Приходить сегодня в 11:15, у них 3 урока. И все следующие недели, с 4 по 8 сентября, уроков будет только 3, им надо привыкнуть, им сложно сразу будет. Группа продленного дня сегодня не работает, я думаю, что вы устроите праздник своим детям дома. И следующую неделю группа продленного дня до 15 часов. Большинство из вас взяли отпуск, поэтому смогут как-то выйти из этой ситуации. Через неделю с 11 числа группа продленного дня в 6 часов, пожалуйста, к 6 старайтесь забирать вам. Не в саду. Вы уже выросли, вы на целый год стали старше. В школе у нас не дерутся совсем. Все драки оставим в детском саду. Хорошо? Посмотрите внимательно, какой у нас с вами красивый, чистый класс. Смотрите, у нас на полу нет ни одной бумажки, видите? Нет. А как нам сделать так, чтобы этих бумажек никогда не было? Их надо бросать. И куда надо бросать бумажки? От компаса? Да, у нас с вами вон там стоит зеленое ведро для мусора специально. Не надо класть ни в карман, ни в портфель. Есть ведро для мусора. Все свои бумажки будем класть в ведро для мусора. Поэтому, чтобы на полу было всегда чисто. А что же еще нужно сделать, чтобы не было песка под ногами, пыли? Что мы должны сделать? Что мы должны сделать? Сменку. Сменку переделать, правильно? А сменку переливать нужно внизу, при входе в школу. Там у нас есть с вами скамеечки, мы все посмотрим обязательно с вами сегодня, хорошо? Мы там и там обязательно переодеваем сменку, чтобы класс был всегда чистый-причистый. А вот свои куртки и мешки со сменой будем вешать вот на эти годики, видите? Там у нас есть и зеленые, и сиреневые, и белые. Крючочки будем довешивать свои мешки, чтобы они нам для работы совсем не мешали. Так. Хорошо. А вы знаете, когда заканчивается урок в школе? Как вы знаете, когда закончился урок? А когда он начался? Звонок. А как вы думаете, для кого звонок звенит? Для вас или для меня? Для вас. Для вас, да? Давайте договоримся так. Звонок звенит для учителя. Это мне дается сигнал, что урок заканчивается. А у вас урок закончится тогда, когда я скажу. Урок закончен. Договорились? Звонок для меня. Мало ли, вдруг я еще сидел, забыл, как я узнаю, для меня звенит звонок. А для вас я буду говорить, когда закончим урок. Может, мы чуть пораньше закончим, а может, чуть попозже, как получится. Поэтому звонок только для учителя. А вы когда звонок на урок,
Тогда уже для вас. Это вы уже с перемен должны быстренько бежать в классу, не опоздать на урок. Я знаю. Да. Да. А еще кто мне скажет, как же вот на уроке-то узнать, хотите что-то сказать или нет? Как надо? Что нужно сделать? Поднимать руку. А как поднимать руку? Вот так, да, кто выше или как руку поднимать? Да, да. Вот так. Хорошо. Это не то же самое. А как же ученики здороваются с учителем? Вы знаете как? Здравствуйте, да? Но если вы все хором говорите «здравствуйте», представляете, если все будут прекрасно говорить «здравствуйте», у нас школа ровно такого крика. А здоровые ученики с учителем не только со своими, а со всеми учителями, которые заходят в класс. Вставай и за парт. Вот так мы сейчас с вами попросим. Вы тихонечко встанете за парт. Встаньте тихонечко за парт. Вы встали. Все встанем тихонечко. В любую сторону, как вам больше нравится. Смелее раздвигайте всю, чтобы они вам мешаются. Вы встали, а теперь я вам говорю «здравствуйте», а вы мне аккуратно киваете головой. Попробуем. Я вам говорю «здравствуйте». Вот. Громко, друга, 3, 4. Как вы, ребятки, учились?
Давай. Летом и зимой
увидите сюда. Лежит мальчик, когда он разговаривает. Нет. Правильно. Так, ну-ка иди сюда. Розовое море, зеленые берега и черные реки. Ой, а что это такое? Арбуз? Да. Правильно. А кто еще знает загадку? Кто с тобой? Там его качает и сразу он прощается. Новый год. А что это? Декабрь. Вот он там. Декабрь? Да, а что это? Календарь. Да, ребенок. А, понятно. Стало мне намного лучше. Поиграем мы сейчас. Снегурочка, ты давай среди девочек, а ты из самых ловких. Да, белых, а ты выберешь. А я среди мальчишек выберусь. Я мальчишек. Так,
Загружу. Не больно? Раз, два, три. Иди. Ищи. Холодно, холодно. Молодец. Да. Пожалуйста, наши персонажи. Дедушка,
Конечно, в обязательной квадрате. Но я бы хотела, чтобы каждый из них что-нибудь для нас исполнил. Или спел, или танцевал, я скажу, споем костюм. Да, ну-ка, смотри. Ну, может, нам Петрушка показать? Ну, Петрушка. Выходи, я расскажу. Хорошо, хорошо. Мы сделаем. Совсем не бывает. А сегодня бывает сиренью, серым и голубым. Быть может, он был белым, когда расставался с небом. Но радугу встретил, влюбился и стал светлым. Молодец. Не так, да. Ни разу ни в одной игре не участвовал, а? Кто? Борис.
Сонечка, ты не учишься. Иди сюда. Так, ты со мной будешь соревноваться, как тебя зовут. Игорь, да? Игорь, мы сейчас с тобой, по команде Снегурочки, должны будем побежать вокруг елочки, отбежать и сесть на стул. Понятно? Кто первый? Сядь, кто хочет. Хорошо? Так, Снегурочка, давай. Значит, послушай, пожалуйста, я говорю раз, два, три, беги, только друга. Хорошо, Снегурочка. Ты готовишься? Давай. Где? Вон он! Вон он!
Какой? Настоящий деревенский тип. Да. Даже есть твой огород. Это не для нас, наверное. Здесь живут, может быть, что-то там, да, сейчас. Ой, отстой! Да, знаешь. Она сейчас сняла. Пока. А фиг его знает. Я... Ты он встанет!
Сфотографировалась. Вот у тебя одеяло. Пошла его отнесу и принесу подушки. Футово, задел! Раз, два, три, четыре! Лево, правый, лево, правый! Ребят, на пушку пошла! Ребят, не трогайте девчонку. А ты не бьёшь? Мама, ты бы детей снимал. Не детей, сними туда и... Детей мы ещё наснимаем. Запечатлел летопись нашего класса. Ложки, берите ложки. А что он будет? Лариса, руки мыла. Молодец. Вымыл так чисто. Ань, руки мы тянем. Не снимай, не снимай, не снимай. Не снимай. Девушки, садитесь во стул. Хлеб берите, пожалуйста, хлеб. Сейчас, у меня язык горит. Я не густа. Я скажу, так, это супчик. Каша не такой хороший, как американка, но я объёкся. Это калифорнийский суп, ты. Калифорнийский суп, ты. Американка. Так, хлебушек взяли с хлебом. Суп можно, конечно. Так, вместо это плотнее еще сядьте немножко. Да как я за ним не наливаю? Слушай, не наливаю. Так. Маши. Ура! Ну да! Нет, давайте что-то. За ваше здоровье! Здоровье! Давайте куда-нибудь все выльем. Ты его там берешь? Не хотели вы супчик? Не хотите тут? А можно мне просто колбаску отдать? Сейчас все сделаем. Пожалуйста. А? Все нет. Маму бежать. Там большой баба. Снимать.
Прям нам к обеду, Костя. За столом очень прилично, 90 лет. Да. Леша, ты тут не подашь. Да, не только ты. Вот вы встаньте. Yeah!
вернись, пожалуйста. Ну! Ну! Аня! Настя! Давай, строй быстрее, строй! Давай! У вас на песке. Хорошо, мы сейчас передвигаем вас. Но чтобы силы были... Внимание! Марш! Назад! Давай! Давай, Лёшка!
Пять. Так, раз, два, три, четыре, Очень хорошая память остается. Людмила Валентиновна вам должен. Да. Значит, вот. Мама, мама.
Я сам зажег. Туда. Конечно. Туда вниз. Нет, ты мне еще не давал. Никому больше не дам. На игры давали. Но это случайно он схватил. Да, я умею снимать. Я у меня камера же дома. А там просто на кнопку. А вы еще не снимаете, там на кнопку не нажали. Он снимает. Ты видишь, у него красное горит. Это значит, он снимает. А ну-ка, отпустите, отпустите. Приди ко мне, выйди. А яблоки горят? Горят, они очень вкусные. Яблоки, которые так. Больно смотрят. Поличнее встаньте. Руба! 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 Все! О! А там камера нас пишет. Придурок! Глаз попал! А я уже думала... А я уже что-то мне это принесла. Я думала, это ответ солнца. А, это костер. Это кто опять? Дурак. Давайте дуалу перезаправим. Понятно. Лен! Отгонять можно. А мы один раз, знаешь, как костер делали? Знаешь, как мы один раз костер делали? Мы это самое. Видели? Видели? У нас пушка, блин. Ребята. А только сюда. Близко не подходи к костру. Алло. Смотри, о, меня круче, смотри! Я прям самая жирная. Смотри! Кому нужна эта палка? Никому, да я так и думаю. Мне нужна. Поздно. Ну, Леш, ну пожалуйста. Сейчас, подожди. Давай. Ванюк, а у тебя случайно пистон нету, а? Случайно? Да? Лёд, покрути это. Лен, не надо бить, покрути. Просто. Открой, Марин. Открой. Смотри, Лен. О. Ну-ка. Такая не... Надо все, пока что не все. О, я уже пожарил. Э, Рева! Печальнушку я разобью. Это не те, это чуть-чуть, не. Это... А, угощайтесь у меня. Сатисфакция. У него печенье горит. Вовчик, Вовчик, смотри. Это же извращение. Жарить печенье. Прямо простой хлеб. Может, вот я сюда могу? Уже за счет так и конечно, смотри, активированный. Я колбасу я. Смотри, у меня в камеру. Не перешай.
когда вот такой уже, это уже факел. Так, я... Осторожно, ты прожжешь кому-нибудь спину и... Печенье. И печенье. Я требую, чтобы вы прекратили это безобразие. Если вы это будете есть, точно, то так будет. А если просто... Это мам, я с кем? Ребят, не надо. Йо! С китайским огнем. Смотри, Таня. Я попробую. Смотрите, люди, как круто. Так, ребят, давайте. Титаник, я его, кстати, страшилки. Это что такое, Таня? Титаник, давайте сюда. На стульчик. Давай. Вон стульчак, вон стульчак. Ой, давайте, мне так хочется послушать. На английском. А все вместе мы, между прочим, знаем одну песню. Мы ее учили. Весну, да? Нет, вот идет на сыну. Человек чудо. Давайте, давайте. Прокуренные голоса, девочки, подхватывайте. Яна, у тебя голос. И у меня нет. И у меня тоже. Я вообще все, коренир, арау тоже уже пела. Сегодня за чего? А что вы все время орете друг на друга? Ну, нормально не разговариваете. Там за стеной перестали стонать. Дрон, ты мне сейчас с мамой купил. Там знаешь место, вот такое вот осталось. Настя, вот ну, такое вот место. А мы все подвинтились. А мы все подвинтились. А он и винтик. Вы елочкой будете спать, да? Жень, садись. Все на одном боку, потом по команде раз, на другой бок вперед. Нет, им нужно поперед когда лечь. Вальтом, чьи-то пятки не улетели. Так Михаил поставил.
Говорить не можете. А я вообще ничего не чувствую, как просто нос заложен. Ой, Патя! Заткнись! Ты скупила жирафа!
брюках. Что у нас тут? Ой. Тут тоже палате. Нас уже с Янкой сняли. Меня уже сняли.